В Уфе с 8 по 11 декабря пройдет Международная неделя бизнеса. О предстоящем форуме с участием федеральных министров, представителей других стран, рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Деловая программа форума рассчитана на 4 дня и будет посвящена темам малого и среднего бизнеса, участниц ШОС и БРИКС, туризма, экономики и экспорта. Всего на форуме будут работать 600 спикеров, 33 площадки для профессиональных дискуссий и полного погружения в проблемы всех сфер бизнеса. По мнению премьер-министра правительства Андрея Назарова, сейчас важно обсуждать эти вопросы в разрезе мировых тенденций, потому что из-за пандемии коронавируса реалии изменились. БРИКС и ШОС. Как вы знаете, в 2020 текущем году Россия является председателем в этих объединениях. Несмотря на перенос на более поздний срок встречи лидеров стран, продолжаются тематические мероприятия, форумы. Работа, собственно, не останавливается. Некоторые проводятся в онлайн-формате. Одно из таких мероприятий – Международная неделя бизнеса в Уфе. С 8 по 11 декабря в уникальном, собственно, гибридном онлайн и офлайн формате состоится несколько форумов по отдельным блокам развития экономики. Их задача – выявление и обсуждение проблем и ключевых вопросов развития бизнеса в сложившейся мировой экономической ситуации. Международная неделя бизнеса пройдет в комбинированном формате. Предполагается, что часть гостей прибудут в Уфу, другая часть будет принимать участие в удаленном режиме по видеосвязи.